Пока мои молодые коллеги подтягиваются, которые приехали, так же, как и я, с огромным желанием, нас в дорогу позвали добрые чувства, чувство любви Таджикистана, чувство любви к моему юному другу Джурабеку, народному артисту, которого мы все любим. Меня зовут Иосиф, фамилия моя Кобзон. Давайте познакомимся. Я должен представиться. А теперь я предлагаю рюмки и бокалы наполнить. Пожалуйста, у кого что есть. И давайте начнем нашу встречу, праздничную, юбилейную встречу. Здравица, честь нашего дорогого, выдающегося артиста, вашего земляка Джурабека. Прошу рюмки и бокалы поднять, и давайте стоя выпьем за нашего юбиляра. И приводим его и его очаровательную супругу к столу. Ваши аплодисменты его супруге, очаровательной женщине. Вам предстоит сегодня большой вечер в честь Джурабека, потому что каждый из нас, к вам приехали мои коллеги и Юрий Антонов, и Александр Серов, и ныне чрезвычайный полномочный посол Азербайджана в России, народный артист республики Полат Бюльбюль-Оглы. Так что приготовьтесь к хорошему, доброму вечеру в честь вашего земляка, в честь нашего большого друга Джурабека. И будем чествовать его вместе с ним чествует всех хороших людей в его лице. Пожалуйста, присаживайтесь. Не могу. Концерт, у нас музыкальное поздравление, поэтому я просто буду подходить к столам и спрашивать, может быть, кто-то хочет услышать свою любимую песню какую-нибудь, мы с удовольствием ее для вас исполним. А сейчас я все-таки хочу как-то вас объединить, ну, скажем, вместе мы можем. Как здорово, что все у Джурабека собрались. Гитары желтые, ты обнимаешь нежно, струна осколком эхо.
от заката костер меж сосен пляшет. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка, улыбнись. Джурабек. Я в сентябре месяце отметил свой юбилей. Мне исполнилось 75. Так что он просто юный друг. Мы сегодня отдыхали, гуляли, нас гостеприимно принимал Таджикистан. И я говорю, как-то незаметно в годы подошли. Никто не обращал внимания. Вот я вспомню совсем мальчишкой, вы сейчас встретили аплодисменты Юрия Антонова. Вот он там еще. Он специально, должен вам сказать, он специально опоздал, чтобы ему отдельные аплодисменты достались. Да. Ну ты не волнуйся, а я специально пришел первым, чтобы мне первые аплодисменты достались. Так что каждому свое. Вот. Мы вспоминали сегодня те счастливые годы, когда у нас была великая держава. Мы приезжали, я ежегодно приезжал в Таджикистан, выступал здесь. Я очень люблю этот народ, трудолюбивый, талантливый, своеобразное творчество. Сегодня выступали ваши артисты перед гостями, пели свои национальные песни. И я сказал, Господи, какое счастье, что в Таджикистане не забывают свой язык, не забывают свою музыку, не забывают свои песни. Джурабек, вы садитесь, вам еще предстоит сегодня. И вы знаете, я вспомнил ту песню, которую хочу сейчас посвятить Джурабеку в самом начале нашей встречи. Она очень серьезная. И называется она «Моя Родина». Люблю Украину, Байкальский волк.
Отсюда к родному дому.
Спасибо. У клавишных мучается народный артист России Алексей Евсюков. Наконец-то заметил еще одну звезду, которая прилетела в Таджикистан. Народный артист России Александр Серов. Извините, что мы начали выступление. Мы не знали, придете вы или нет. Саша, вот там. Стол. Валерий Михайлович, в связи с тем, что вы пришли, а мы уже здесь хорошо проводим время, я вам даю микрофон. Поздравьте, пожалуйста, своего друга Джарабека. Я, правда, оговорился, я сказал своего друга, нашего друга Джарабека. Добрый вечер, дорогие друзья. Дорогой Джарабек, мы с вами знакомы уже почти 40 лет. В 75-м году мы с вами познакомились, и с того времени наша дружба продолжается. Джарабек, вы необыкновенный человек, Всевышний, природа. Родители ваши наградили вас великим талантом. И с того времени вы несете людям счастье, удовольствие и радость. Вы доставляете радость для очень большого количества людей в нашей стране, в Таджикистане. Вас знают далеко за пределами Таджикистана. У вас уникальный голос. В вашем репертуаре более 1000 песен. Из этих 1000 песен 300 вы сами сочинили, спродюсировали. Вы в достаточно молодом возрасте стали очень заслуженным человеком. В 25 лет, если мне память не изменяет, вы стали заслуженным артистом Республики Таджикистан. В 32 года вы стали народным артистом Республики Таджикистан, а в 37 вы уже стали народным артистом СССР. Это говорит об очень многом. Дело в том, что не очень многие люди в таком возрасте достигают такого феноменального успеха. Вы являетесь человеком, который в достаточно раннем возрасте, когда мне вообще не снилось, объездили почти весь мир. Вы были в Бангладеше, вы были в Пакистане, и в Афганистане, и в Австрии, и в Италии, и в Болгарии, и в Америке, и везде, и в Индии. У вас очень уникальные знакомства, вас боготворят на самом деле во многих странах мира. И вы тот человек, который обладаете уникальностью еще в том плане, что, несмотря на то, что в раннем возрасте вы стали таким великим, не побоюсь этого слова сказать, вы сохранили вот человечность и очень большую скромность. У вас замечательная семья. Вы стали обладателем золотой медали в Японии. Вы стали человеком, который достаточно в молодом возрасте стал лауреатом премии Ленинского комсомола, стали лауреатом государственной премии «Рудаки». Это очень большие награды. Джарабек, вот вы очень успешный человек в жизни, но эта успешность, она не является вот очень легким достижением у любого человека. Это громадный труд, очень большое трудолюбие, и вы этими уникальными качествами обладаете. Я хочу от всего сердца поздравить вас с этой большой датой, юбилеем. У вас очень замечательная семья, замечательные дети –
замечательная жена. Дай Бог, чтобы у вас в вашем доме всегда было счастье, радость, благополучие, чтобы вы от своих детей, внуков видели всегда то, что вы хотите видеть. А мы будем гордиться тем, что у нас в друзьях есть такой близкий друг и такая безупречная, хорошая семья. С днем рождения вас, Джурабек! Займите, пожалуйста, свое почетное место. А я хочу, перед тем, как я передам микрофон моим коллегам, которые уже рвутся к этому микрофону, я хочу пожелать и присутствующим здесь, и отсутствующим счастья, благополучия, достойной жизни и, самое главное, мира этой земле. Мира, цветущей земле. Дай Бог, чтобы здесь звучали только песни победы. Пусть всегда звучат песни победы в Таджикистане. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот День Победы порохом пропах. Это праздник с тенью на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот День Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот День Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы, День Победы. Джурабек, а вам я хочу сказать вот что. Я проходил ваш юбилей 5 лет тому назад. Я знаю, что это такое. Не думайте и не сомневайтесь,
Как-то в 60 лет я решил, что я уйду со сцены и прекращу петь. Но не смог, потому что это наркотик, наша с вами сцена. Мы не можем без нее. Поэтому я хочу вам пожелать одного. Верьте в жизнь, любите жизнь. И знайте, что вас всегда хотят видеть, хотят слышать. Поэтому отдавайте себя целиком людям, а люди вам отплатят всегда взаимностью. Любите жизнь. Да здравствует наш друг Джурабек! Ура! Джурабеку наше троекратное 3-4. Ура! 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 Ну, а микрофон? А микрофон я передаю в порядке поступления, как говорили в Советском Союзе. Следующим на этом ковре появился замечательный народный артист Александр Серов. Правильно сказал, но дело в том, что мы немножко перекорректировали программу. Сейчас выйдет сын нашего юбиляра. Где он, кстати? Жанибек. Где он? Вот он идет, и он должен спеть 4 песни папе персонально. Пожалуйста, тебе микрофон. برنامه سرکنیم دوستان عزیز مرام ادکی ارزو شما بخیر خانمون و جنوبون دوبری ویچر دراغی دامی ای گسپدا امروز روزی تاریخی است روزی بسیار جالب روزی میلاد شخصی که نامش زندگیش هنرش جهانی است Сегодня поистине замечательный день, так как именно в этот день отмечает свой 70-й день рождения личность мирового авторитета и человек с большой буквы Джурабек Муродов. Джурабек Муродов – шахси провоза, шахси пурдагдага, хунарманди мардуми итиоди джамохири шурави социалисти, хунарманди мардуми джумури Таджикистон – барандаи ҷоизаҳои давлатӣ ва ҷоизаҳои байналмилалӣ. Ҷурабек Муродов воқеан шахсияте ҳаст, ки ҳар як нафар, балки садҳо нафар мехоҳанд лоақал як бор бо ӯ салом кунанд. Лоақал як бор дар тӯли зиндагӣ ӯро аз пеш бубинанд. Яъне ману шами ма ва ҳамаи шумо хушбахттарин инсонҳое ҳастем, ки ин замон ин устоди азизро мебинем. Джурабек Муродов является народным артистом СССР, народным артистом республики, а также лауреатом многочисленных государственных и международных премий. Этот человек очень уважаем не только у нас на родине, но и за рубежом. Рядом с ним мечтают стоять и просто пожать ему руку тысячи людей. И я, Сорзу, не исключение. С днем рождения, Устод! Табрик мекунем ва ҳамаи меҳмонҳои азизро, ҳамаи дӯстонеро, ки аз дигар кишварҳо ба ифтихори чунин рӯзи таърихӣ, чунин рӯзи муборак ба пойтахти Тоҷикистони азиз, шаҳри Душанбе қадам ранҷа доштанд, самимона ва хеле тоҷикона хуш омадед мегӯем. Мы приветствуем всех зарубежных гостей в нашей столице, городе Душанбе, на дне рождения Устода Джурабека Муродова. Ва дар ибтидо ҳатман ки мо миннатпазири аҳли нишаст меҳмононро ба оғои Кабзон, ба ҷаноби Кабзон мерасонем, зеро базмро онҳо шурӯъ карданд. Ва ҳоло бошад мо атрофи зиндагони устод ҳарф мезанем, ки дар масири зиндагиаш устод Джурабек Муродов ба эҷодиёти фарзандонаш низ таваҷҷӯҳ зоҳир кардааст. Ва ин замон боиси ифтихор ва боиси аҳсанхонист ҳунари Ҷонибек Муродов. Ни для кого не секрет, что Устод Джурабек Муродов также является и прекрасным отцом, давший прекрасное воспитание своим детям. И один из них, Джонибек Муродов, пошел по стопам своего отца.
И я более чем можу уверена, что он не жалеет об этом. Дурустас, ва хамин холо дуруспеш, дуруспеш, Жонибек Муродов, дар жашн ворай жило 2012, жоизай бехтарин сарояндай солро бадасо вард. Жонибек Муродов – это достойный сын своего отца, ведь только за этот год Жонибек признан лучшим певцом Средней Азии и буквально 2 дня назад победил в номинации «Лучший певец года» в республиканской премии «Джило 2012». Табрикаш мекунем, вабоят хайт кунем ки дарбайни, якчан давлати дуньо Жонибек, жоизай бехтарин сарояндай давлату йоцчой маркази ро сохиб гардид. تبریکش میگویم و حالا وقتی اون رسید است که جونی بک رو با روی استیج بخونیم. پذیرایید на сцену своего отца выходит Джонни Бек Муродов. هفته صلاحی مبارک است سودی عزیز. سلام دوستان عزیز میهمانان گرامی. اول از نام خودم میخواستم پدری عزیز و مهربانم رو تبریک کنم با این روزی خوشبختیشون. و شما پدر جان عمری دراز تنی صحت خاطر جمع را آرزو میکنم از نام تمام اهل اویلمان همیشه همی خیلی یک انسانی که من چه خیلی که شما را بسیار زیاد میدونم زیاد با شما کلام شدم من را تربیه کردید شما در حقیقت انسانی خدا داد استید و انسانی که خدا نظر کرده همه وقت همی خیلی مانید خدا پدر جان عزیز و ما همیشه در خدمت شما هستیم Также добро пожаловать, дорогие гости, Валерий Михайлович, Иосиф Давидович, добро пожаловать, Юрий Антонов, Александр Сыров, Амаблоу Кумич. Якшан Сурутов, Барой Шмуэл. Мармат. سلامت بادای جان و دیلی من فیدای نامت بادای من به تو نفس نمی کشم در عالمی شیری نفس کشی حلالت بادای علت میگم بلمه علت میگم بچمه علت میگم دختری جونم علایه علایو علایه علایه علت میگم بلمه علت میگم شمه علت میگم نوری کی داداش علایه علایو علایه برگی سفیدی سحری روی شما بانوگی قلم کشید ابروی شما سیادی اجل اگر امانم بیدید شیری در زندگی روی شما علت میگم بلمه علت میگم بچمه علت میگم دختری جونم علایه علایو علایه علایه
Allah me gum balame Allah me gum bachame Allah me gum nuri kidodosh Allahye Allahyo Allahye Allah Allah me gum balame Allah me gum bachame Allah me gum nuri kidodosh Allahye Allahyo Allahye А следующую песню я хочу спеть для нашего уважаемого гостя Фулат Бульбулоглы. Устос, добро пожаловать. Пожалуйста. Возле ярыка я помню впервые глянули эти глаза на меня. В небе блещут звезды золотые, ярче звезд очей твоих красота. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. У огня эти глаза неотрывно и нежно мне помогая глядят на меня. В небе блещут звезды золотые, ярче звезд очей твоих краса. Могут быть такие необыкновенные глаза. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Шакуризет, спасибо большое.
دوستان گرامی خادر ترانه‌های استاد جورابک مرادوف ترانه‌های هستند که جاویدانگی را به خود کسب کردند، موندگارند و همراه ما زندگی میکنند، نفس میکشند. زیر این ترانه‌ها ما دل میبندیم، عاشق میشویم. خیلی خوب است که این ترانه‌ها تا هنوز در قلب هر یک مخلص استاد جای گرفته است. И сегодня, благодаря дорогому устоду Джурабеку Муродову, наша столица принимает уважаемых и самых талантливых людей. Обычно от появления этой звезды, которая сейчас поздравит нашего устода, визжат все женщины планеты. Встречайте, Александр Серов! Александр Серов из Тихвол Мегирим! Наконец-то пришло мое время, дорогой Джурабек, поздравить тебя, сказать лучшие слова, которые сегодня звучали в твой адрес, в твою честь. Потому что мы с тобой коллеги, да, я немножко поменьше на эстраде, чем ты, но прекрасно понимаю, какой пройден путь, какой пройден сложный, тяжелый, тернистый и в то же время счастливый. Потому что тебя любят, любят уже не только в Таджикистане, не только в России, а далеко за их пределами. Ты достиг больших успехов и в этом величие твоего таланта. Сегодня я горжусь тем, что стою на этой сцене, поздравляю тебя и благодарю моего друга Валерия Михайловича, который организовал нас для того, чтобы мы сумели это сделать. Искренне от всего сердца поздравить тебя, говорить, как принято на юбилеях, лучшие слова. И я их хочу сейчас сказать в стихах. Я желаю тебе самого доброго найти. Желаю тебе еще долгого-долгого санного пути. Я желаю тебе песен с утра и до темна. Я желаю писем очень длинных, как волна. Я желаю верности, правды и любви, необыкновенности сбывшейся мечты, книжек без названий и все, чего не счесть, в меру расставаний и сотни-сотни. С днем рождения! Вот сейчас я делаю такой презент на сцену, вот сюда вызываю, вот сюда, в центр, очаровательную студентку Московской консерватории Ксению Дежнёву. Time to say goodbye. Субтитры сделал DimaTorzok.
si lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me, mio sole, tu sei qui con me. Спасибо, Ксюша, за красивые классические песни. А мы поем песню «Давай зажжем на счастье свечи». Дорогие друзья, чтобы всегда в ваших домах горели свечи только в радость, только на счастье и в дни больших торжеств. Как сегодня мы чествуем нашего друга, нашего юбиляра. Давайте еще раз поаплодируем Дюранбеку. Я по тебе скучаю и мысленно зову, и свечи зажигая, я в доме одинок, и чувство обжигает, как в пламени листок. Счастье свечи в этот холодный хмурый вечер, друг другу просто посмотрев глаза в глаза. Давай начнем опять сначала, все повторим опять сначала, все, чтобы только лишь вернуть к себе тебя. Я годы провожаю, мне их не удержать, и слезы набегаю, не просто все понять, но я сдержусь невольно и зря. Душа, мне нестерпимо больно, что нет тебя со мной. Давай зажжем на счастье свечи в этот холодный зимний вечер, друг другу просто посмотрев глаза в глаза. Давай начнем
начала. Все, что вы только лишь вернуть к себе тебя. Очень хочу, чтобы ты вернулась ко мне. И поверь, я смогу найти еще лучшие слова для тебя. Ты обязательно их услышишь, потому что моя любовь к тебе бесконечна. И, конечно, розы в честь наших дорогих дам, которые сегодня здесь присутствуют. Пусть символ величия самой высокой любви окрыляет вас, дорогие женщины. Подними глаза в рождественское небо, загадай все то, о чем мечтаешь ты. В жизни до тебя я так счастлив не был. Для тебя одной их так любишь ты. Эти белые цветы, я люблю тебя до слез. Каждый вдох как первый раз. Без толпы красивых фраз. Это облака из роз, лепестками белых роз. Наше ложе за силу. Я люблю тебя на трон. Без ума люблю. Белизной твоей манящей белой кожи, красотой твоих божественных волос восхищаюсь я, ты мне всего дороже. Все у нас с тобой только началось. Я люблю тебя до слез. Я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как первый раз. Без ума люблю. Вместо лжи красивых фраз.
я люблю тебя до слез. Без ума люблю, я люблю тебя до слез. Без ума люблю. Спасибо большое, дорогие друзья. Приятного вечера, хорошего настроения. А я передаю микрофон моему и другу, и коллеге, прекрасному человеку, народному артисту Советского Союза Палат Бюльбюль-Оглы. Дорогой Палат, возьми микрофон. Ну, во-первых, ты меня повысил в звании. Это Джурабек, народный артист СССР. А я народный артист Азербайджана. Но мне хватает. Спасибо большое. Спасибо, дорогой. Спасибо, что ты так хорошо обо мне думаешь. Да, пока не дали, но, может быть, еще успеем. Еще успеем, да. Джурабек. А где Джурабек? Подойди, пожалуйста, ко мне. Дорогой Джурабек. Я тебе привез диск, который вот только что вышел, буквально несколько дней назад. Но почему я хочу привлечь твое внимание? Здесь два диска. В одном собраны песни 60-х, 70-х годов, но в другом диске я сделал обработки для симфонического оркестра песен, которые пел мой отец. И поэтому я хочу тебе пожелать, чтобы когда-нибудь твой сын, который сегодня прекрасно пел, сделал бы обработки твоих песен и подарил бы тебе такой диск. Вот. Ничего, ковер мы просто скажем. Я там привез ковер азербайджанский. Он ручной, поэтому он содержит тепло тех рук, которые над ним работали. Дорогой Джурабек, я хочу тебе и нашим друзьям, твоим друзьям, которые собрались здесь, рассказать несколько слов. Ну, конечно, здесь уже эти слова прозвучали. Мы очень благодарны Валерию Михайловичу, нашему большому другу, который нас всех собрал и привез. Когда я первый раз познакомился с Валерием Михайловичем и узнал, что он жил и работал в Таджикистане, я сказал, такой хороший человек мог воспитаться только в Таджикистане. И действительно, благодаря нему мы встречаемся с Джурабеком, потому что когда у него дни рождения или когда семейные праздники, он всегда приглашает Джурабека, вот мы виделись, и других своих друзей из Таджикистана. Ну, с Джурабеком особое отношение, потому что действительно, он певец, артист, который объединяет и постсоветское пространство, потому что он народный артист Советского Союза. То есть он был народным артистом всех нас, и тех, кто жили в Азербайджане, и в России, и в Грузии, и в других республиках Советского Союза. ای روحی تو ماه عالم افروز، ای دلبر خوشلقای فیروز، ای موج به عمر کوتاهی من، به تو نگیرم من نفس در زندگانیم، دارم هوس عمری بدل هم روز دنیم. جانی من جانانی من گلگون چای خندانی من گلگون چای خندان ای جانی من جانانی من گلگون چای خندانی من گلگون چای خندان هم جان هم جانان Любимая, красивая.
милая моя, взгляни хоть раз, о, милая моя, огнем любви сжигаешь ты меня. Не мучь меня, красивая, капризная моя, прелестная и нежная танжичка ты моя. Эй, Джонни Ман, Джонни Ман, Гулгун Чай Хандон, Джонни Ман, Гулгун Чай Хандон. Эй, Джонни Ман, Джонни Ман, Гулгун Чай Хандон, Джонни Ман, Гулгун Чай Хандон. Хам Джонни, хам Песня из фильма «Не бойся, я с тобой». И так стою у жизни на краю, но лик ее и в этот миг прекрасен. И если ты со мной, мой друг, согласен, без смертью жизни, жизнь отдай свою. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной вышине, в морской волне и в яростном огне. И в яростном огне. Любовь, надежду, веру, новый путь не может слов отнять у нас с тобою. Как счастье жить, то радостью, то болью, и смерть сама не в силах зачеркнуть. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. И в яростном, и в яростном огне. Нам все дано, поступок, мысль и речь, и только это в нашем мире властно. Украсить жизнь, чтоб жизнь была прекрасна, своей жизнью, жизнью вековечь. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. И в яростном, и в яростном огне.
Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. И в яростном, и в яростном огне. Спасибо. Это там, где бандит Джафар говорил: «Ох, как он поет, как он поет! Еще немножко, я не смогу его убить». Ну, здесь я надеюсь. Спасибо, спасибо большое, дорогие друзья. И еще одна песня, которая сильно прошла со мной, наверное, всю мою жизнь. Это песня из фильма, который много лет шел по советским экранам. Назывался он «Последняя ночь детства». И в нем есть песня, которая называется «Твоя дорога». Gözler kimi her taraf kara, bu yollar seni başlar dünya oyan ey güneş oyan ağlar bamboya yoksa bu deniz uçar bir zülmet geçer deniz kaçar gel ey всегда она видна, лишь одна заря над твоей зайдет судьбой. Помни, что она всегда одна, только одна, только одна. Başlar dünya oyan ey güneş oyan ağlar bamboya yoksa bu deniz uçar bir zülmet gece deniz kaçar gel.
Алисер. Вот булбул ухли. Ситурай батабрики устод Джурабек Муродов омадаст ки шухратно писандаст. Аммо мардум писандаст. Вале. Один из лучших друзей устода Джурабека Муродова Юрий Антонов, встречайте. Из цих волны гирим. Дорогой Джурабек, я вас люблю, уважаю и хотел поздравить вас от себя, от своего коллектива с юбилеем. Пожелать вам, большой вашей семье, счастья, долголетия, благополучия. А также хочу поздравить всех друзей, которые пришли к вам на столь высокий праздник, с тем, что это очень достойный человек. И я вас поздравляю, что вы друзья этого великого человека. Вы знаете, я должен вам сказать, что я первый раз в Таджикистане, много слышал о стране. Вот приехал и вплотную столкнулся с гостеприимством, дружелюбием и таким, знаете, человеческим достоинством у вас. Вы замечательные люди. Хочу пожелать вам всем благополучия. Я хочу, чтобы ваша республика процветала, чтобы вы занимали достойное место в цивилизации, в нашем человеческом обществе. Дай Бог вам успехов всем и благополучия. Поаплодируем нашему другу. Ну и хочу вам спеть несколько песен. По зеленой глади моря, по равнине океана, корабли и капитаны покорив простор широк. На тобой встают консоли нашей юности.
спешим за чудесами, но нет чудес ничего, чем та земля под небесами. Еще раз спасибо за внимание. Счастья вам, долгих лет жизни, благополучия, всего самого хорошего. До новых встреч. Хушбахти Том. Дават мекунем устоди Азизу Арджмандро, ки бахотири хамай мехмонон, анамон садой афсонавияшро барорад, болокунад. Устод Джурабек Муродов. Джурабек Муродов. Рано, Азиз. السلام علیکم هموطنان عزیز. امشب اید ایدی من نه ایدی صنعتکاران تاجیک، صنعتکاران تاجیکستان. امروز خانه ما زیباترین خانه، چون که مهمانان عالی جناب تاجیکستان عزیز ما با سروری دوست عزیز من ولید میخائیلویچ کوگان. تاجیکم من تاجیکم با اون کلامی تاجیکی دنیا مرا بشناخته با اون سلامی تاجیکی لفظ زبانی تاجیکی هم شهرت هم شانی من از شیره های شیری جان دارم پیامی تاجیکی دنیا مرا بشناخته با اون سلامی تاجیکی هر تاجیکم در هر کجا فخری زبانش میکنه خوش روی خوش منظر بود دیوار بامی تاجیکی چون لفظی دل بر نازنین چون نقشی بوسد در جبین
افسونگری در تینت کار نظامی تاجیکی دنیا مرا بیشناخته با اون سلامی تاجیکی آن رودکی با شعری خوب مشهور بود این زبان شهد بلب می آورد زوقی مدامی تاجیکی سینا دوای درد را خود جسته بود از این زبان دردی ندارد این زبان بینگر مقامی تاجیکی دنیا مرا بیشناخته با اون سلامی تاجیکی من تاجیکم تاجیک نسب آهنگ شعرم تاجیکی فخرم امامی اعظمم باشد امامی تاجیکی امروز در کل جهان آید ندای ملتم امروز در کل جهان آید ندای ملتم در این زبان جمع آمده مهری زبانی تاجیکی در این زبان جمع آمده مهری تمامی تاجیکی دنیا مرا بیشناخته با اون سلامی تاجیکی با اون کلامی تاجیکی با اون سلامی تاجیکی Спасибо. Спасибо. Роматери. کوچه از یادت غمگینانه میگیریم خانه خانه میمویم بی بهانه میگیریم کوچه کوچه از یادت غمگینانه میگیریم خانه خانه میمویم بی بهانه میگیریم مسافری قلبم ای مهاجری رفته ای مسافری قلبم به حضوری سبزی تو هر شبانه میگیریم به حضوری سبزی تو هر شبانه میگیریم کوچه کوچه از یادت غمگینانه میگیریم خانه خانه میمویم بی بهانه میگیریم کوچه کوچه از یادت
نام جناونم میگیریم خانه خانه میمویم بی بهانه میگیریم بدیل دارم یا قصیده تنهایم غربتی بدیل دارم چون کرانه ای باران بی کرانه میگیریم چون کرانه ای باران بی کرانه میگیریم کوچه کوچه از یادت غمگینانه میگیریم خانه خانه میمویم بی بهانه میگیریم کوچه کوچه از یادت غمگینانه میگیریم خانه خانه میمویم بی بهانه میگیریم
جاویدان منم من نمنم نمن منم سراینده به نظیر، سراینده به همتو واقعا هنرمنده که هنرمندی اصیل است و هنری اصل دارد همیشه از هنرش مخلصان نیمسیر میمونند این است جورابک مурادов Джурабек Мурадов является поистине золотым голосом Таджикистана, как мы уже сказали. И, наверное, я присоединяюсь ко всем его поздравлениям, которые прозвучали в его адрес. И хочу только сказать одно. Долгих лет и счастливых лет. Может быть, еще он нас порадует своими новыми песнями, я в этом не сомневаюсь. В общем, с днем рождения еще раз! Мубаракшава!